В Раменском ведутся работы по подготовке к отопительному сезону. Замена тепловой сети в данное время проводится на территории от СТП номер 6 до тепловой камеры. Она расположена по улице Красноармейская, дом 11. Работы выполняются подрядной организацией «Велес». Протяженность участка данного участка составляет более 200 метров. Особенность данного участка в том, что здесь четырехтрубная система теплоснабжения. Две трубы на систему ГВС и две трубы на систему отопления. Теплотрассы – наиболее уязвимый элемент системы теплоснабжения. Обычный горожанин не задумывается об устройстве этой системы и вспоминает только тогда, когда начинается перебой с теплом. Но подрядные организации заранее планируют все работы, и сейчас ведется монтаж двух труб по замене системы горячего водоснабжения. Старая тепловая сеть, сзади ее можно наблюдать, отслужила свой расчетный срок службы, который составил более 25 лет. И стали возникать у нас аварийные ситуации на этом участке. И руководством было принято решение по его замене. По мнению специалистов, износ труб на территории города очень неравномерен. Чтобы определить оптимальный объем замены трубопроводов, необходимо ежегодно анализировать состояние всей теплосети. Приоритетная цель – своевременно менять максимально изношенные участки. Все общие ремонтные работы планируют завершить к концу августа. Антон Карташов, Анна Попова и Ольга Захваткина для программы «Городские вести».